партнер програми «Автосалон Вілтон». Автосалон «Вілтон» – офіційний дилер автомобілів «Пежо» в Дніпропетровську. Автосалон «Вілтон» – Запорізьке шосе 59. Якщо «Пежо», то тільки «Вілтон». Твоя дорога. Твоє радіо. Тур-ювельний дім «Веста Маркет» презентує нову лімітовану лінійку акумуляторів «Вега» від виробника. Енергія вашого автомобіля – сучасний та надійний акумулятор «Вега». «Вега Limited Edition» – преміальна якість за доступними цінами. Акумулятори «Вега» від «Веста Маркет» потужно заряджено. Два выездных матча за 4 дня наша команда сыграла на прошлой неделе. Именно выездных, потому как по протоколу домашней игрой на Олимпийском с Хайдуком можно назвать с большой натяжкой. Минимальные победы в квалификации Лиги Европы и в 1/16 Кубка Украины по своей значимости и важности, конечно, несопоставимы. И если в Чернигове результат без игры был где-то предсказуем заранее, то матч с Хайдуком уже окрестили футбольным калейдоскопом нереализованных возможностей. Добрый вечер, Днепропетровск! Добрый вечер всем болельщикам футбольного клуба «Днепр», кто смотрит нас за пределами региона. Ключевые темы программы озвучены, и сейчас самое время представить гостей в нашей студии. Сегодня вместе со мной работает спортивный редактор 11 канала Дмитрий Москаленко. Дима, добрый вечер. Добрый вечер. А также у нас, если так можно выразиться, премьера. Директор департамента развития телеканала 1+1, продюсер программы «Про футбол», а с недавних пор фартовый комментатор с участием матчей «Днепра» Вячеслав Евгеньевич Фридман. Добрый вечер. Добрый вечер. Вячеслав Евгеньевич, вы у нас первый раз в студии, надеюсь, не последний, поэтому для начала будет внимание, прежде всего, в ваш адрес. Вот эта вот вся история с комментаторством, да, то есть теперь получается, что вы побывали и в качестве зрителя, да, и уже внутри этого процесса. Вот как вы сами считаете, вот теперь, если проанализировать всю эту вот историю, профессия телекомментатора спортивных мероприятий, в частности футбола, она имеет какую-то творческую подоплеку? На протяжении последних 3 лет я имел многие споры с Игорем Цыганыком, с другими ведущими и комментаторами программы про футбол. И мне почему-то казалось, что это так легко. Взял микрофон, говори себе, что в голове есть на всю страну, но... Вот опыт показал, что не так все просто, и как бы аргументация у меня всегда была такая, что мне как бы скучно смотреть. Вот идет футбол, а вы так потихоньку все раскачиваете, мяч налево, мяч направо, давайте какую-то интересную информацию, давайте что-то такое, чтобы зрителю было интересно. Мне в ответ наоборот звучали такие как бы утверждения, что многие любят вообще без звука смотреть футбол. Я слушал ваш комментарий, там было очень много фактов. То есть, ваш партнер Кобельков по комментарию говорил то, что вижу и то, что есть. А вы старались уходить все-таки в какую-то историю. Тем более у нас есть история с Хайдуком. Вы готовились или это же вот какой-то порыв все-таки донести немного больше интересной информации для зрителя? Безусловно. Я понял, что комментатор готовится к матчу не один день. Он сейчас с интернета много информации. Пожалуйста, бери, черпай не только составы команд. Смотри предыдущие матчи, привыкай к этим футболистам, которые на поле, чтобы понять уже, даже не глядя на номер, кто бежит, куда бежит, понимать. Но мне что-то казалось всегда, что зрителю должно быть интересно просто какие-то еще такие, кроме как мяч налево, мяч направо. Еще где-то заполнить паузу, да? Да, заполнить паузу. Кто не хочет, не слушай. Я уже просто понял, что сколько есть людей, столько и мнений, поэтому всем не угодишь. Есть такой комментарий, есть такой. У нас как раз сегодня такая ситуация, что вы, наверное, знаете Диму Москаленко, который, если вопрос касательно истории Днепра, все туда. Дим, наверное, по Карпатам ты все-таки не слышал комментарий, а Хайдук слышал, да? Я все слышал. Все слышал, да? Ну, вот теперь есть возможность все-таки сделать какой-то анализ работы, анализ
Вячеслава Фридмана в роли комментатора, потому что там действительно было очень много сказано об исторических матчах Днепр-Хайдук, если я не ошибаюсь, это 85-86 год сезон. Ну, да, это был 85 год. По поводу комментаторства, в принципе, я хочу сказать, что когда два человека работают на одном матче, то они как раз и должны быть разноплановыми. Наоборот, неинтересно смотреть, когда один перебивает другого и говорит об одном и том же. То есть всегда один человек, который комментирует матч, он должен больше говорить об игре вот, с точки зрения самой игры. А напарник, он уже какие-то действительно исторические моменты, какие-то личностные, какие-то там шутки-прибаутки. Вот, поэтому в этом смысле, я считаю, комментарий, он в принципе и должен так выглядеть. Вячеслав Евгеньевич очень много говорил по истории. Ты там много? Нет, все было правильно, все замечательно. Ну, я уже во втором матче, если честно говоря, уже в какой-то момент попытался опустить мяч на землю, тоже что-то прокомментировать. Но все-таки я считаю, что профессиональные комментаторы или профессиональные эксперты, это бывшие футболисты, наверное, они все-таки должны... Они чуть-чуть больше понимают. Ну, конечно, они тут же Олег Венглинский, я с ним в очень таких дружеских отношениях, он мне после матча звонил, там, поздравил. Слушая его, просто понимая, что тот человек, который играл на таком уровне, так как он прокомментирует, не прокомментирует никто. Даже тот болельщик, который 20 лет может ездить за командой, выездные игры, посещать все домашние игры, но все равно не то восприятие немножко футбола. Это надо было быть игроком. Только инсайдерская информация, она только идет из сердца, изнутри. Ну, не совсем привычная для нашей ментальности история, когда топ-менеджер вашего уровня, который привык больше работать все-таки в комфортном кабинете, в данном случае для вас вот этот порыв, с чем он связан? Откуда вообще вся эта история начиналась? Вот почему вдруг? Я не только там сижу в кабинетах, я много времени провожу именно с журналистами и в спорах с ними, как бы, и в спорах с ведущими. Я все время как бы занимался, теперь уже понимаю, просто критиканством. То есть то мне не нравится, это не нравится, давайте так, а давайте этак. Тот мой опыт, который я сам себе устроил, показал, что те ребята – это на самом деле профессионалы высокого класса. Но опять же, наверное, все-таки, вот насколько я понимаю, вы решили в этот процесс прочувствовать сами, да, для того, чтобы наработки просто, дальнейшие. Просто, да, я хочу сказать, что, вот, допустим, проводя в дороге с тем же Цыгаником, мы там иногда в Луцк ездим или в Харьков, там, проводим в машине, мы часами обсуждали вот эти вопросы, телекомментаторство. Меня все время Цыганик уверял, что все хорошо. Я мне что-то казалось, что где-то есть возможности улучшения. Сейчас, проведя рядом с Володей Кобельковым, достаточно молодой телекомментатор, 26 лет парню, просто я увидел рядом, просто увидел, как он работает, сидя об локоть со мной, слушая уже непосредственно его комментарии, я понял, что... Чтобы дойти до этого уровня, это нужен не один месяц и не один год, наверное. И все-таки вы вышли в открытый эфир, да, то есть две игры, вот эта публичность, она все-таки подразумевает определенную критику, да, то есть или же кому-то нравится, кому-то не нравится, это понятно, это большой риск. Вот те отзывы, которые были, как восприняли вас, прежде всего, люди, которые окружают вас? Возможно, вы следили там за реакцией болельщиков. Как восприняли вашу работу зрители? Я, допустим, после первого матча с Карпатами я получил от своего приятеля смс-ку, который не в Днепропетровске живет, что вот как хорошо, как здорово, что наконец-то в профутболе или на 2 плюс 2 появился комментатор, который болеет за Днепр. Одно дело болеть за Днепр в матче против хорватского Хайдука, другое дело болеть против украинской команды, которая контракт подписала с нашим же телеканалом, она просто элементарно подаст жалобу, подаст какие-то финансовые санкции. То есть это просто нельзя, неэтично, это просто нереально. Вадим, ты как считаешь, вот комментарии, допустим, в сторону особенно еврокубковых матчей, да, когда наши комментаторы... Еврокубки и сборные – это отдельная вещь. Тут, наоборот, ты в любом случае болеешь за команду из твоей страны, и неважно, это там Днепр, Металлист или Заря. Сейчас у нас ситуация, в принципе, иная. Сейчас мы видим, там во Львове болеют за Шахтер, да, там, в том же в Киеве поддерживают там, и Зарю, и Металлист, когда они там, вот Металлист будет играть тоже в Еврокубках. И в данной ситуации это абсолютно нормальная вещь.
И, ну, вот я просто запомнил то советское время, да, когда, ну да, мы болели за «Спартак» там, против «Вердера», там, за «Киевское Динамо» всегда болели. И сейчас я считаю, что это очень хорошо, что мы к этому возвращаемся. Да, но при этом, понятно, что комментируя там, условно говоря, матч «Днепр-Металлист», нужно быть максимально объективным. Вот, да, внутри там можно радоваться какому-то голу. Вот, но при этом нужно полностью всегда отдавать должное сопернику и те эмоции, которые пусть будут внутри тебя, их глубоко-глубоко прятать и не показывать наружу. Причем все это можно делать, я считаю, даже наоборот, я считаю, что эмоциональный комментарий клуба из твоей страны, клуб, вот, когда сборная играет, там, громко покричать гол, как по мне, это даже нормально. Вот по поводу эмоциональности я хотел бы задать вам вопрос обоим. Застали все-таки еще немного советских комментаторов, ту школу. Вот как вы считаете, если сравнивать комментаторов той эпохи и те ребята, которые работают сейчас на спортивном телевидении, на футбольном телевидении, ну, вот как мне кажется, ну, там единицы, там, может быть, Вацко, там, и еще из 2 плюс 2, там, ребята... Почему нет этой эмоциональности? Не, эмоций не хватает на самом деле. Вот вы заметили, да? Конечно. Ну, бывает, что так сидит кто-то в нос себе, что-то говорит. Я не хочу назвать фамилии, даже работаю, если на 2 плюс 2 ребята есть. Может быть, а почему не... так? Тренинги, ну, может, специальные? Нужны. Разная школа, я думаю. Все-таки южноамериканская школа телекомментаторства. Мы знаем, длинный гол идет, там, секунд 20 может идти. И все на такой эмоции. Украинский народ, может быть, не столь эмоциональный, как... Ну, я бы тут, наверное, с вами все-таки не согласился. Ну, опять же, у нас есть свой колорит. Игра каких-то слов, да, которые только понятны нам. И вот этого почему-то не хватает. Все, ну, стесняются в кадре закричать еще гол. Есть такое мнение, что, допустим, украинская школа телекомментаторства, ей всего лишь там 20 лет, 23. Она молоденькая. Она молодая. Нету еще тех идиоматических выражений, нету терминов, которые есть даже в русском языке. Мы все знаем, что русский язык богатый, поэтому вот мне, как всегда говорят мои тележурналисты, которые работают на 2 плюс 2, они говорят, что нету даже того набора слов все-таки, которые есть в русском языке, которым там Чехов, Достоевский. Ну, на самом деле богатый язык. И, а тем более это узкая, это футбольная школа, там это... Она тоже той школе с 50, какого года? Наверное, с 50-го пошли сначала радиорепортажи. Да, Снявский сначала на радио работал. Да, уже... ну то есть огромная школа, которая одни воспитывались на других. Здесь появилось вот 91-й год какие-то выражения там. Катнул пятнистого в угол, там, да, как там, ткнул. Потихоньку все-таки лексикон пополняется. Я думаю, по эмоциональности тут вот, я просто по себе могу судить. Вот Андрей не даст соврать, мы часто вместе смотрим футбол и на стадионе. Когда ты эмоционально смотришь, и даже вот, ну, мне тоже приходилось комментировать матч, ну, там был, правда, матч ветеранов, вот этот, когда 2-2 сыграли, то есть там, ну, совсем другое ощущение было, то есть тут поддерживаешь, когда всех, то есть поголовно всех, кто выходит на поле. А когда ты действительно реально болеешь и поддерживаешь, и показываешь какую-то свою эмоциональность, просто тут волей-неволей могут выскочить те слова, которые могут в эфир просто пи-пи-пить. Я, кстати, это хочу тоже сказать. Может быть, не хватает столь эмоциональных людей, которые работают в футболе сегодня, а те, кто были, они допускали какие-то вот то, что бывает, что ты сказал, что-то такое сказать, и потом они или сами стали менее эмоциональными, Вячеслав, или они ушли из футбола. Я вот, если вы позволите, я вам порекомендую на следующей домашней игре обратить внимание на коллегу, который сидит справа, если на какое-то на какие-то пять минут вы там рядом буквально находились, передать микрофон или же просто поставить, положить на соседнюю, как там, парта, да, или как это называется, я вам гарантирую, рейтинг телеканала 2 плюс 2 растет вверх и догонять его. Коллега, это Дима. Только чтобы после этого у меня аккредитацию не забрали. Кто все-таки ваш самый главный критик? Я, наверное, не удивлюсь, если скажу, что самый главный критик я сам, потому что мне записали матчи, я их потом посмотрел. Там без ляпов не обошлось, но я проанализировал, понимаю, откуда идет ляп. Отдумывая следующую фразу, где-то не успевая завершить эту, какие-то слова уже были в голове. И вот это все только так, это опыт. Все приходит с опытом. Критики, да, я, безусловно, позвонил Цыганику. Я в Киеве с Вацко встречался на матче с «Заря», играла с «Фейнордом». Сказал, все нормально, месяц-два, можешь комментировать, вообще вопросов нет. Вас на Днепр-арене можно часто увидеть рядом с собственником футбольного клуба «Днепр».
ну, откройте тайну, общались по этому вопросу и какое мнение? Я получил смс-ку после первого матча. Сначала шли смс-ки такого плана. Шутливого в первом тайме я специально. Ну, думаю, в конце матча увидел смс-ку и поговорили, сказал, что так нормально, надо просто. Если есть желание, то надо тогда чуть серьезнее готовиться. И да, раз фарт был с Карпатами, то вот тебе вперед комментируй с Хайдуком. Ну и с Хайдуком, ну, все получилось. Так вот, как раз о Хайдуке. Давайте возвращаться к футболу. Игра, ну, как ни крути, все-таки это выездная игра для Днепра. И к сожалению. Как же развивались события в матче Днепр-Хайдук на Олимпийском? После сюжета возвращаемся в студию. Итак, мы вновь возвращаемся на Олимпийский. Стадион, по воле обстоятельств, ставший домашним для нашей команды, болельщиков, журналистов. Лига Европы, в отличие от турнира рангом выше, судя по всему, киевлян не возбуждает. Иначе как объяснить такую апатию к украинскому клубу на этот раз? Согласитесь, чуть более 10 тысяч проданных билетов для столицы, пусть даже и не на родной клуб, все-таки цифра грустная. И все же неравнодушные болельщики пришли. Подтянулся на игру родной команды и активный выездной десант из Днепропетровска. Все ждали с интересом состав Днепра. Стартовые 11 от Маркевича вполне прогнозируемо выглядели, мягко сказать, непривычно. Слева Гамма, но это все же привычная для португальца позиция еще с Депортива. Справа на позиции Матеуса Зазуля. В нападении два одноплановых форварда Селезнев и Калинич. Центр Кравченко-Ротань, в защите слева направо Стринич, Дуглас, Мазух, Федецкий. Этот по ситуации довольно непривычный состав Днепра и был призван решить стратегическую задачу в первом матче обыграть Хайдук и обеспечить себе максимально возможный задел прочности перед ответной вылазкой в Сплит. Днепр побежал и побежал с первых минут более чем уверенно. Уже на 40-й секунде Калинич спасает ворота Хайдука после замыкающего навес Селезнева. Странно звучит, не правда ли? Калинич спасает ворота после удара Селезнева. Все просто, в воротах хорватов однофамилец днепровского Николы по имени Лавре. Отработал этот Лавре, особенно в первом тайме, по полной. На 9-й минуте Селезнев отдает прорыв на Калинича, но в дуэли однофамильцев резвей вновь оказался гость. На 14-й минуте Никола обыгрывает сразу троих соотечественников и находит пасом Гамму. Португальца без церемоний сносят. Опасный стандарт разыграли Ротани Кравченко. Сергей крайне неточен. Ближе к середине тайма Стринич великолепно вырезает на угол вратарской. Зазуля пробивает, увы, мяч пролетает чуть выше перекладины. Через минуту Ротань здорово отдает на Калинича. Никола перемудрил с решением и сам не пробил, и на Селезнева точно не отдал. Но вот как такие атаки не доводить до ума? Читайте между строк хотя бы до удара в створ ворот. Днепр продолжает нагнетать. Кравченко пробивает от души, кипер Хайдука тащит мяч с нижнего угла. На 24-й минуте сбивает Зазулю. Наказание, перспективный стандарт в исполнении Ротаня и удар Федецкого в створ. Вновь выше всяких похвал играет на последнем рубеже вратарь Хайдука. Блестящий кипер потянул мяч и после удара Бруно Гаммы. Великолепная игра, тут уже не дать не взять. И снова в действии Лавре. Ротань, пас на Гамму, прорыв и опасную передачу португальца вратарь прервал. Спустя пару минут Калинич тащит еще один выстрел от Кравченко. Днепр нагнетал и не забивал, атаковал и снова не забивал, бегал, переигрывал и не забивал. В первом тайме наш Калинич и сотоварищи создали на полгода вперед, а вот блистал и спасал Калинич другой, тот, который вратарь. Второй тайм начался с холодного душа для всех болельщиков Днепра. Атака хорватов закончилась полной капитуляцией обороны днепрян. Проворнее всех оказался Сушич, проткнувший мяч в сетку ворот Бойко. Горим, друзья, на табло 0-1 и горит поющий гостевой на Олимпийском. Дело запахло жареным в полном и переносном смысле слова, но на наше счастье все-таки разродился Никола. Подача в исполнении Ротаня и в конце концов девятка днепрян проталкивает мяч в сетку. 1-1. Пришло время триумфовать фанатам Днепра. Маркевич снимает с игры Гамму и вместо португальца на поле выходит Шахов. Ну конечно же Шахов. Кто еще может вытянуть результат, как не джокер главного тренера команды? И Женя со своей задачей справился в который раз на отлично. Матос в конце матча подает штрафную и полузащитник Днепра приносит долгожданную победу номинальным хозяевам поля. 2-1. Победа всегда приятна, но вот только такая минимальная победа с колоссальным количеством нереализованных моментов оставляет души болельщиков в большой тревоге за исход противостояния по сумме двух матчей. Впереди поездка в Сплит, а в Киеве в среду вечером сил оставалось только на послематчевое подведение итогов как для тренеров, так и для футболистов обеих команд.
Если честно, то здесь Днепр был, может быть, немножко сильнее сегодня. У них было больше моментов. Но опять-таки, это момент был, наверное, с пенальти, который не назначили. Поэтому, может быть, ничья была, может быть, еще что-то. Огромное спасибо болельщикам, которые меня встретили, тепло очень. Мне было очень приятно выходить. Считаю, что играем на выезде. Понятно, что мы играем в Украине, но наш стадион Днепр. И на каждую игру заполняется полный стадион. И здесь 10 тысяч, ну, это не того, что мы ждали, не того, что мы хотели. Это важные игры, в которых мы нуждаемся в поддержке. Меня не удивил ни состав Днепра, ни тактика, ни действия соперника. Да, без Коноплянки и Матеуса рисунок игры команды выглядит несколько иначе, но это уже не актуальный вопрос. Какие шансы у Хайдука? Знаете, для меня главное, чтобы команда прогрессировала и росла. Сегодня мои подопечные показали 70% того, что умеют. Ну, реализация. Ну, все-таки у нас, мы сегодня поставили трех форвардів, футболісти, які багато забивають. Мати такі моменти і не реалізовувати їх, що Селезньов, що Каліні, що Зозуля. Це вже не перший матч, ми вискакуємо за рахунок там середини поля, за рахунок захисників, а нападаючи поки що мовчать. Любий тренер, любої команди, який грає в національному чемпіонаті, на перше місце ставить свій чемпіонат. То не значить, що ми не будемо грати в Лізі Європи чи не будемо старатися. Чемпіонат взагалі своєї держави – то є саме основне. А пізніше йде все решта. Днепр-Хайдук на Олимпийском 2-1 и продолжение следует. Детальный разбор полетов об этом матче, а также о кубковом противостоянии в Чернигове смотрите в понедельник в студии программы «По ту сторону поля». Вот такая история. Сейчас немножко уже эмоции успокоились. Мы готовились к евроматчу без лидеров команды, без краев. Вячеслав Евгеньевич. Ну, Маркевича можно только пожалеть, если честно, потому что матч с Копенгагеном он проводил совсем не тем составом, который он видел, когда пришел в нашу команду в июле. И в голове, безусловно, у него была своя комплектация команды. Но тот состав он просто не мог реально в тот момент сыграть удачнее. Сейчас переиграй матчи, сослагательное наклонение не бывает, все это понятно, любой скажет. Но думаю, что сегодня бы... Вот, встречайся мы в двух раундах в матчах с Копенгагеном, мы бы это сыграли команду... немножко все-таки безусловно. Да? Здесь он столкнулся опять с проблемой. Вдруг опять два вингера. С одной стороны Матео, с другой стороны Коноплянка. Опять выбывает, опять матчи решающие. Как бы. Ну а вы что думали перед матчем? Тем более вам его комментировать. Насколько вы оценивали успех Днепра? Ну, все-таки Хайдук, надо сказать, что это все-таки третья команда Хорватии, а чемпионат у них слабее, чем даже наш украинский чемпионат. И мы знаем, что это команда, которая готовит игроков на продажу, то есть там должны быть в основном молодежь играть. Надеялись на это. Все говорили о высокорослых защитниках. Надеялись, что наши быстрые форварды, вот Зазуля себя проявят. Но я думал, что будет успешнее, чем счет 2-1. К этому и шло. Мы немножко позже поговорим об этом. Дим, а твои мысли? Твои мысли, то есть... Без Коноплянки, без Матеуса, без краев играть против рослых защитников, каждый раз новая обойма, и тут потеря вот так, ключевых игроков. Ну, я не могу сказать насчет несыгранности состава, потому что, в принципе, состав-то что? Состав практически один и тот же, что был год назад, что в мае был. Слева Бартулович, справа ну, у нас Зазуля. Гамма играет, да, пожалуйста, он в составе играет. Он, в принципе, ну, практически, я считаю, на данный момент довольно неплохо на правом фланге. Ну, заменяет Матеуса более-менее. Там, ну, в принципе, мы знаем, что Матеус может быть полезен в разных ипостасях. Ну, единственное, что, конечно, Гамме не хватает там, какого-то последнего удара, как это часто делает Матеус. Так, в принципе, я считаю, Гамма у нас очень перспективен. А слева, конечно, Женю Коноплянку сложно заменить. Невозможно. Да, невозможно. Вот. Поэтому тут, кого бы сейчас Днепр не купил на эту позицию, пусть там за 10 миллионов какого-то бразильца купят, он все равно сразу же так не заиграет, чем он там 10 пядей во лбу, кем бы он ни был. Вот. И опять же, что, ну это просто нереально. А что касается, просто сразу перейду к самому матчу. В принципе, первый тайм, который Днепр играл с Хайдуком, это был вот лучшие 45 минут. Лучший тайм, да. Маркевич, просто ну не забили. Ну вот ну, так сложилось, что не забили. С Карпатами вот забили, в принципе. Тоже неплохой. Я считаю, что с Хайдуком.
по уровню игры, это Хайдук настолько слабее, то, что мы увидели, я имею в виду по количеству созданных моментов и нереализованных Днепром, это Хайдук слабее Копенгагена или же Днепр все-таки потихоньку набирает? Ну, прошло все-таки время между этими матчами. Днепр за это время набрал. Мы знаем, что Мирон Маркевич любит, выделили это пораньше по Карпатам, по Металлисту, он любит подводить команду постепенно к сезону. Не к вот этим первым матчам, там, а потом иметь какие-то спады. У него все идет плавно. Идет через большую нагрузку, не через тренировки, а через игры. Он любит эти игры, он любит этот цикл, чтобы игра была выходные плюс середина недели. Поэтому я еще раз говорю, что очень важно, чтобы Днепр прошел в Лигу Европы, потому что добавятся вот эти 6 матчей как минимум. Это очень важно для цикла, который любит Маркевич. То есть подводить команду к матчу в чемпионате, и еще имея в среди недели матчи, или на Кубок страны будут матчи, сейчас все-таки 2 матча теперь со следующей стадии, или вот эти матчи на Лигу Европы. Мы знаем, что Мирон Богданович понимает в футболе, как никто в Украине, мы ему там равных, может быть, 1-2 человека здесь есть, он понимает реалии наши и понимает, что усиление команды надо. Минимум 1 человек, а лучше 3-4. Мы увидели, что и позиция центрального защитника, наверное, после того, что было вот Дуглас, хороший защитник, но, может быть, наелся. Ну, не угадаешь тут, да? Поставили Чебурячка, ошибся Чебурячка, сказали бы, что первый раз вышел Чебурячка в этом сезоне. Но нету пока, к сожалению, стабильности. Ну, так сложилось, уже надо исходить в следующем матче из того, что и было в этом. В продолжении темы, ну, действительно, колоссальное преимущество в первом тайме, масса моментов. Ну, это... В церковь, наверное, надо сходить, да? То есть как можно объяснить вот эту низкую реализацию, вот это непопадание там с метра? Ну, если смотреть потом моменты, просматривать, начиная с 43-й секунды, когда бил головой Селезнев, как бы он там не корил себя, но он бил неплохо. Он выиграл позицию, выиграл борьбу, ударил головой. Я еще раз говорю, если бы, конечно, он смог бы, чтобы ударить чуть-чуть сверху, чтобы мячик ударился об траву и имел рикошет, то было бы для вратаря труднее отбить. Ну, он с той позиции делал так, чтобы забить гол. И остальные тоже. Нельзя сказать, что Калинич взял тот момент, когда он пытался отдать пас влево, а защитник перехватил. И нельзя сказать, что он делал это умышленно так плохо. Что он... Но не умышленно. Но нету, как мне показалось, но Никола уже давно, вот он как-то, он пытается, что-то не получается. Мне кажется, что в его действиях просто уже, ну... Как бы подобрать такое слово. То есть нету остроты, понимаете? Он когда вышел в этот момент, он не сам не ударил, не заострил. Вот он отдал вот как-то, ну, вяленько, да? То есть, дело в том, что, мне кажется, тут прекрасный момент. Тут уверенности у него не было. Вот точно же такой момент у него был с Карпатами, когда он выходил вдвоем с Коноплянкой. Когда он решил не отдавать, он спокойно обыграл вратаря и забил в пустые ворота. Ведь, ну, момент-то один в один практически. Один в один, да. И тут вот что-то сомнение, что-то вот тут вот, да, ответственный матч с Хайдуком. Мы, кстати, видели, ну вот, в принципе, хорваты-то они вот уважительно, наверное, относятся к своему прошлому клубу. Вот когда он гол забил, он даже не радовался. Вот так он пошел, так, ну, это... Так может, он уважительно и не отдал точный пас? Нет, нет, я шучу, тут, конечно. Тут не в этом дело, но, мне кажется, вот неуверенность, определенная неуверенность у него была. Вот когда вот он вот с Карпатами шел, слева Коноплянка, он был уверен, что я сейчас его обыграю и забью. А здесь вот он бежал и думал, а что делать? Отдавать, бить, обыгрывать. Но на таком уровне и когда думать. У него вот, Дима, вот, вот на таком уровне нельзя думать. Понятно. Мы имеем 2-1 ну, перед поездкой. В данном случае я объясняю просто, что произошло. Вот, мне кажется, именно вот это и произошло. Матч стал даваться уже очень легко. Опять же, 43-я секунда, уже 100% голевой момент. Ребята почувствовали, что они... Ну, они что-то подумали, что так будет всегда. Обязательно нужен быстрый гол, это... Плюс, конечно, у них вратарь звездочку поймал. Очень много было нареканий по поводу работы белорусского. Вроде должен быть как-то к нам более лоялен. Очень много было нареканий, что... Ну, опять же, интернет и так далее. Хотя товарищ не назначил чистый пенальти. Ну, да, вот и все нарекания. То есть самый ключевой момент. А будь тогда, кстати, счет 1-2, и что дальше будет? Пенальти был, было видно, что потянул за... Хотел бы, поставил бы, никто бы слова не сказал бы. По этому результату, скользкому для нас, все знают, легенды ходят о стадионе домашнем Хайдука.
На что мы можем рассчитывать? Как Днепр должен сыграть в Хорватии так, чтобы все-таки подарить Днепропетровску, да и всей Украине Евро-8? Во-первых, исходя из того, как складывался матч, то нужно радоваться уже этому результату, потому что все-таки мы гол забили на 88-89 минуте. То есть 2-1 это уже хорошо. Во-вторых, я думаю, что Днепр должен себя чувствовать достаточно комфортно, потому что все равно теперь Хайдук должен идти и забивать. А зная нашу команду, зная ее излюбленные, безусловно, если были Матеус и Коноплянка, сейчас бы жилось бы спокойно, они бы порвали эту неповоротливую защиту Хайдука во втором матче, тут даже сомневаться не приходится. Ну, есть Зазуля, есть Бруно Гама, на самом деле. Вот тебе карты в руки, Бруно Гама. Бери мяч, беги, забивай, доказывай свое место в составе. Потому что придет Матеус, он тебя вытеснит. Будем откровенно говорить. Наверное, он сильнее немножко. Поэтому, исходя из тактики на второй матч, надо главное сейчас, чтобы оборона себя чувствовала комфортно, чтобы не было какой-то паники, а безусловно будет навал. Стартовые минуты там я могу себе представить. Может быть и мандраж. Ну, опять же, неповоротливые, высоченные защитники хорватов дают шанс для наших игроков. И Калинич все-таки мобильный, и Селезнев, может, он немножко грузный сейчас, но мы знаем, что человек, который с его голевым чутьем, разобраться. Может, наконец-то прорвет его уже так, чтобы... Ну, пора уже ему, еще нет ни одного гола, надо забить. И пора будет уверенность, забить. Да? Дим, как ты считаешь, как мы выступим? На что можно рассчитывать? Ну, я тут на одном портале писал, что тут по статистике ничья получается. То есть, в принципе, пролезть должны. Вот, я очень рассчитываю на наших хорватов. Потому что, в принципе, они должны хорошо знать эту команду, они должны хорошо знать антураж. Им нечего, конечно, доказывать Хайдуку, потому что их уход из Хайдука – это был шаг наверх, а не вниз. Вот у каждого, и Младена очень давно, скажем так, и Ивана, и Николы. Вот. Но я думаю, что они там должны себя чувствовать как рыба в воде, и им лишний раз захочется проявить себя на глазах перед своими болельщиками, перед глазами тренера сборной Хорватии, который наверняка на этот матч придет. Вот, а сейчас мы знаем, как раз впереди там будут отборы и так далее. Я, честно говоря, не знаю, там вызван ли кто-то из них, по-моему, нет. Вот. Но как раз вот им, пожалуйста, шанс, проявляйте себя. Покажите, что вы сильнее тех футболистов, которые там остались, которые вот они же на продажу идут, значит, соответственно, вы лучше тех, кто остались. Плюс, докажите это. Плюс да? Тринич, который, пока мы знаем, не хочет подписывать новый контракт, он понимает, что за ним наблюдают сейчас, да? Он должен, да, сейчас да. Просто должен выше головы прыгать. В каждом матче, в таком европейском, а всегда мы знаем, что в Хорватии, там, в Сербии, вот этих балканских странах всегда куча скаутов из ведущих европейских чемпионатов. Он должен быть уверен, что приедут и на этот матч смотреть на молодых игроков Хайдука ведущие скауты. И, пожалуйста, вот тебе, Иван, шанс. Если ты хочешь попасть в английскую премьер-лигу. Я могу рассказать, почему получается ничья. Там даже две такие позиции есть интересные. Значит, все с историей взаимосвязано. Я таким образом когда-то предрек на стадии 1/16 финала победу Шахтеру в лиге Кубки УЕФА. Когда они только с Тоттенхэмом играли. Значит, первый. Ренат Леонидович прислал там благодарность? Нет, это, кстати, было опубликовано в франковом журнале «Футбол». Вот тогда, конечно, было весело. Вот, значит, первое, вспоминаем историю, Динамо Москва-Хайдук, 1-0-5-2, почему, кстати, мы тогда вот очень так слабенько с Хайдуком сыграли, ну, во-первых, был конец сезона, во-вторых, информации о сопернике было мало, 85-й год я имею в виду, и в-третьих, вот думали, ну, блин, если Динамо Москва, которая тогда у нас там 14-я, еле там высшей лиги, если они этот Хайдук 5-2 там обыграли, 1-0 дома, ну, мы уж тут с ними спали, а тут бах, тут дома снег. Там в гостях дождь, тут Пучков свои ворота забивает и все. И плюс у нас закончился сезон, готовиться уже негде и некак. Вот, в итоге вот тогда вот все это насладилось. Ну и плюс конец сезона, Протасов играл с Хайдуком 52-й и 53-й матч в сезоне. По тем временам это просто колоссальная сумма. Сейчас многие столько не играют, хотя сейчас играют больше, чем тогда. У Протасова был 52-й и 53-й матч. Это там 33 в чемпионате, 8 в Еврокубках, там больше десятка за сбором. Вот, поэтому я обращаю внимание то есть на счета. То есть тогда две победы и два поражения. Сейчас вот Черноморец сыграл со Сплитом. Сплит дома выиграл и в гостях ничья. Обратно пропорционально Днепр выигрывает у команды Сплита и в гостях, соответственно, должна быть ничья. Ну и второй момент по судьям. Сейчас матч будет судить турецкая бригада арбитров. Вот, и тут такая тоже любопытная параллель. Это уже третий случай, когда вот в этом вот в четырех матчах, когда нас судит судья, который нас уже раньше судил.
Вот белорусская бригада нас еще не обслуживала, а до этого вот две игры у нас совпадают. Значит, первый был англичанин Маринер, вот, он нас первый раз судил с сербами, мы 2-1 проиграли Златобору, оба, кстати, с пенальти пропустили. И сейчас при нем сыграли 0-0 дома с Копенгагеном. Потом нас судил португалец, при нем мы выиграли 4-2 условно, и вот сейчас проиграли 0-2. И сейчас будет нас судить турок, который нас судил с Наполи, 3-1 дома мы выиграли. Смотрите, какие интересные результаты получаются. Англичанин судил ничья и поражение, португалец судил победа и поражение, и сейчас будет судить турок. То есть тут победа есть, и чтобы закруглить всю эту цепочку, у нас остается ничья. Дима, давай вот по всей вот этой теории, которую ты только что рассказал, мы сейчас эфир закончим, и еще раз, может, какие-то нужны будут дополнительные стимуляторы, чтобы понять всю вот эту вот ребус. Тут все, понимаю, просто, ты на самом ставишь, деле. Не, ну да, просто, но я потом еще пересмотрю запись. Я так понимаю, что ты все-таки ставишь на позитивную ничью. Вячеслав Евгеньевич, давайте ваш прогноз. Я думаю, Днепр должен выиграть. То есть все-таки на победу? Да, я бы поставил на победу, потому что... Учитывая то, что хорваты пойдут забивать, мы их где-то должны поймать. Еще один матч на прошлой неделе. Это была игра на Кубок Украины. 1/16 финала розыгрыша. Программа «По ту сторону поля» также была в Чернигове. И обо всем, что мы увидели, все, что мы отсняли, смотрите в нашем эксклюзивном репортаже с места событий. Сразу после матча с хорватами было принято решение пересидеть несколько дней в Киеве и совместить приятное с полезным. Одним из пунктов программы был поход в гости к киевским коллегам, который оказался весьма позитивным. Но дальше снова дорога. На горизонте Чернигов и старт Днепра в розыгрыше Кубка Украины этого сезона. Кроме нас, Чернигов притянул своим вниманием и выездной десант из Днепропетровска. Добирались все по-разному и кто как мог. Без дорожных приключений и сломанного навигатора не обошлось и в этот раз. Борода, вот это сейчас говне будет. И все же проблемы на то и придуманы, чтобы их успешно решать. Полюбовавшись на бегу красотами областного центра, фанаты Чернигова и Днепропетровска проследовали единым маршем к стадиону, названному в честь первого космонавта планеты. Есть на что посмотреть, то есть обстановка располагает, и ждем победы. Наверное, ждем от Селезнева гола, чтобы все-таки прорвало. Прорвало, да. Кубок Украины важный турнир, но, в общем-то, больше ждем победы в чемпионате. Для нас это важнее. Сегодня действительно хотим посмотреть на молодежь, какой у нас резерв. И, в принципе, ну, победим, я думаю, в любом случае. Выезды за команды, города, страны. Вот что это для болельщика Днепра, для выездного болельщика Днепра прежде всего? Это обалденный кайф. Это не передать. Ребята, катайте выезда. Это самое лучшее, что может быть в футболе. Мастерства маловато у нас. Конечно, в высших лигах же Десна ни разу не играл. Так что то момент на энтузиазме побеждать. Кубок Украины для болельщиков команд первого и второго дивизиона всегда ожидаем с особым задором. Но когда еще можно будет посмотреть на игру топ-клубов чемпионата Украины и поболеть за своих в матче с грандами? Для выездных же это прежде всего новые города, новая атмосфера и, увы, полуразрушенные стадионы с перекопанным газоном. Со всеми вытекающими для все тех же топ-клубов проблемами. Хотелось так, чтобы стадион Було 30 років назад, і так все вже вийшло. Чернігів дуже гарне місто, я сьогодні приїхався. Просто гарне місто і туристичний центр. Ну, хотілося б, звичайно, щоб під стать місто буде стадіон. Вибирати не приходиться. Виходи і грай, доказувай, хто хазяїн на полі. Днепряне в статусе фаворита уже в дебюте матча проверяют на прочность оборону Десны. Опасно подавал с углового Бартулович, Федоренко на месте. На этом весь стартовый запал у подопечных Мирона Маркевича испарился. Хозяева выровняли игру, более того, временами грамотно и успешно контролируя мяч в центре поля, а порой неплохо разыгрывая на подступах штрафной Яна Лаштовки. Днепр явно не горел желанием обострять спокойный ход матча, и это могло стоить гостям больших неприятностей. Рябоконь, заручившись поддержкой трибун, призвал свою команду к более смелым действиям, и пару очень неприятных моментов футболисты Десны у ворот нашего кипера создали. Обошлось.
Так же, как и обошлось с удалением Федецкого после кола на Мельнике. Артем уже готов был покинуть поле. Боковой чуть раньше запалил у кромки флажок. Нарушение отменяется у хозяев вне игры. Артем в деле, удар с точки отменен. Ближе к середине первого тайма пробивался стандарта Бартулович, Федоренко оказался на месте. Монотонный и скучный футбол первого тайма разбудил еще один стандарт в исполнении гостей. Бартулович подает с углового, Матос пробивает прямо в кипера. Ну а расторопнее всех на добивание оказался Чеберячка, который и распечатал ворота Десны. Дальше игра пошла по сценарию, хозяева не могут прыгнуть выше головы, гости, получив минимальный перевес, не хотят накалять страсти. Перерыв. Не изменилась картина и во втором тайме. Вначале вновь на флангах более активными выглядели хозяева, но неточность в исполнении ударов активного Бовтрука помешала Десне выровнять счет на табло. Днепр ответил ударом Матоса прямо во вратаря. На этом игроки хозяев поля, видимо, решили, что класс днепрян им сломить не удастся, успокоились. Впрочем, гости были не против. Самыми яркими героями второго тайма, как по мне, стали местные ультрас, устроившие качественную пиар-акцию, показав, что есть порох и в низших дивизионах. Также мне надолго запомнится активный, не совсем адекватный исполнитель на угловом секторе вместе со своим отпрыском. Весь второй тайм – это шоу и без перерыва наперекор. Самое главное, что они были твердо уверены, что это реально круто. Под их гул судья в конце концов дает финальный свисток, который и выводит Днепр в 1/8 финала Кубка страны. Не пройти, ну ми не мали просто права. Ми знали, що буде Десна буде впиратися, буде прилічно впиратись. Ну і намагалися не програти в боротьбі на футбольному полі. І, ну, те, що ми зробили. Я би сказав, що Десна сьогодні добре грала в обороні. У нас таких і моментів не було. Може там ще зі стандарту щось ми там придумали. А так моментів не було. Так що Десна добре зіграла в обороні. Я радий, що футболісти серйозно віднесли. Можу їм сьогодні сказати, що хтось стояв, що не працював на полі. Ну, так, помилялися, були помилки, але самовіддача була повна, так що в тому плані претензій немає. Якщо би сьогодні десь трошки ми там вийшли по-піжонськи, то можна було б не врати. На этом пятидневное путешествие по маршруту Днепропетровск-Киев-Чернигов добегало к своему завершению. Домой добирался в позитивном автобусе с фанатами. Игра так себе, но победа добыта, очередной выезд пробит. Парням отдельная благодарность за комфорт, атмосферу в поездке и теплые вещи. Ну, вот такое вот мы видели футбол в Чернигове, точнее, футбола было мало. Господа, я не знаю, смотрели ли вы трансляцию на сайте, или же, может, какая-то информация с прессы. Ну, в принципе, мы привыкли, да, что вот на этой стадии, там, когда играют там гранды с неграндами, есть определенные проблемы. Это показал Днепр, это показал тот же Шахтер с Оболонью. И все-таки, вот если коротко, по кубковому матчу, Вячеслав Евгеньевич, ну, понятно, то есть вот было озвучено, что поле, проблемы, да. Самое интересное, вот то, что я увидел, допустим, в Чернигове, с футбола, это реально атмосфера. Все, больше, к сожалению, по игре нашей команды, да, то есть те люди, которые не попадают в состав, которые вот, ну, выходи, проявляй себя, ну, это связано с настроением все-таки, да, или, ну, почему не выходят и не рвут, извините, даже вот на этом уровне? Берегут? Все тренера, если прочитать сейчас интервью, все тренера высшей лиги, там не прошла только одна команда, Металлург Донецкий, все прошли, но все говорили о настрое. Видно, невозможно просто вот настроить. Все равно где-то в подсознании, где-то в коре головного мозга сидит о том, что эта команда, мы высшая лига, мы лидеры, а там команда перволиговая. Где-то мы, скажется то мастерство, неважно, что тут вышли только два человека из того состава, что играли против Хайдука, остальные, ну, все на уровне только подсознания человеческого. Я в этом больше чем уверен. Надо такие игры, они должны быть, надо, это будет трудно всегда. Металлист тяжело прошел, кроме того, что мы говорили, что Шахтер мучился до 92-й минуты. Металлист дотянул вообще до 108-й минуты. Ну, такие матчи надо пройти, забыть о них и все, и готовиться к следующему матчу. Ну, самое главное, мы пришли дальше. Да, они всегда будут такие сложные матчи. Мы помним, мы проигрывали Александрии когда-то команде. Все было, вот такие 1-32, там 1-16, когда команда играет, такая стадия, вот она
Прошли, забыли, все, поехали дальше. Вот я так. Нужно понимать, что когда Грант, ну, Днепр-Грант по украинских реалиях, приезжает в такой город, как Чернигов, для местной команды это событие, которое год ждут. Поэтому настроен этот матч, он как никакой не настроен на обычный матч для них первой лиги. А когда ты играешь против команды, у которой глаза горят, а ты при этом немножко ватный, ну, поэтому всегда сложности. И давайте вспомним, у нас и Крым Теплица была, и Титан Армянский, и Ялта у нас была. У нас постоянно из года в год на этой стадии вот такие вот игры происходят. Поэтому тут ничего удивительного нет. Я хочу что-то другое сказать. Я считаю, что Днепру в нынешней ситуации, у нас сейчас поменялся регламент Кубка, и этот регламент нынешний, он практически чуть ли не сделан под Днепр и Шахтер. Вот, поэтому я считаю, что нужно очень серьезно сконцентрироваться на дальнейшем в этом турнире. Смотрите, у нас какая ситуация получается. У нас 1/8, 1/4 и полуфинал состоят из двух игр. У нас сейчас на всех этих стадиях, на этих трех ближайших, все команды делятся на сеянные и несеянные. Сеянные и несеянные, они в зависимости от нынешнего положения команд турнирной таблицы. То есть, если мы с Шахтером, дай-то бог, там, ну, там, будем занимать определенное количество времени там, до полуфинала, первое, второе место, то мы постоянно будем сеяны. Плюс, то есть вплоть до полуфинала. То есть мы с Шахтером до финала никак не встретимся. Не пересекаемся. Не пересекаем. Ну, даже если мы там первое, третье будем занимать. Если второе, третье, то уже можем пересечься. Но опять же, момент какой. Все сеяны, вот при жеребьевке, сеяны играют второй матч на своем поле. То есть, условно говоря, сейчас вот Днепр может попасться, ну, с Говерной, ну, теоретически. То есть, первый матч будет в Ужгороде, второй в Днепропетровске. Я уже не говорю, там, если это будет, там, условно, там, Александрия, команда, там, Сталь, Днепродзержинск, там, команда из первой. То же самое на четвертьфинальной стадии, где тоже на четвертьфинальной Днепр-Железно будет сеяны. То есть, второй матч у нас будет дома. То есть, фактически, у нас прямая дорога, ну, как минимум, в полуфинал открыта. Поэтому я считаю, что можно в этом... не выходить. В нет, ну, по-хорошему. То есть везде Днепр будет фаворитом, везде, даже если мы в первой игре где-то уступим, там, может быть, дать шанс молодежи, или наоборот, в первой игре там бахнуть соперника 3-0 в гостях, там, ну, в зависимости там, от того, что за соперник попадается, там и ответный матч давать шанс молодежи. То есть тут уже все будет зависеть от тренера. Но я считаю, что этот кубковый турнир, он для Днепра, он очень может... хорошо пройти, и именно вот благодаря тому, что вот сейчас такой регламент. Что мы в слепом жребии не можем попасться, там, играть там, в гостях с Шахтером, там, или там, в гостях с киевским Динамо из одного матча. А это, конечно, это гораздо большие проблемы, чем есть сейчас. Поэтому я думаю, что в таком сезоне, даже вот на кубок в чем-то можно сделать ставку, у нас, в принципе, их уже столько лет нет. Наш болельщик Офе заждался каких-то кубковых успехов, да, потому что последний раз этот выход в финал был достаточно давно. Ровно 10 лет назад. Если не говорить о победе в кубке, то даже выход в финал – это все-таки успех, это финальный матч, это столько эмоций, это болельщики поедут в этот где бы он не проходил. Да, где бы он не проходил, это, ну, это важно участвовать в финальной игре. Все всегда говорят, важно дойти до финала, а там уже посмотрим. В принципе, наверное, все-таки стоит болельщикам, как мне кажется, менее нервозно критиковать команду за такой футбол, который мы показали в Чернигове. Да, то есть мы прошли это самое главное не очень большими силами. И в принципе, это как подготовка каких-то схем перед ответным матчем с Хайдуком. Вы знаете, еще чем запомнилась история в Чернигове, это опять слова Мирона Маркевича на пресс-конференции. Ну, просит главный тренер, он, я так понимаю, что подозревает, что это не так просто сделать, и все-таки он намекает, что с надеждами там, на Лигу Европы, да, что мы пройдем Хайдук. Вот заканчивается трансферное окно, пока тишина, ну, вы ближе к руководству Днепра, может быть, ну, хотя бы какой-то намек, есть ли какие-то подвижки? Я знаю просто даже с других сторон, то есть мы участвуя в команде парафутбола, я просто общаюсь много, потому что журналисты наши общаются с менеджерами, селекционерами других команд. Знаю от журналистов самую свежую информацию. Я просто знаю, насколько сейчас серьезно, практически невозможно привлечь какого-то игрока из ведущих чемпионатов или даже молодого какого-то хорватского игрока в Украину. Это сегодня очень проблематично. Мы знаем о том, что предпринимались попытки купить полузащитника Валенсии, тогда Банерату. Человек отказался или запросил там какую-то огромную сумму денег. Со слов Русала, там
который поехал на переговоры, его вывели на набережную, показали, смотрите, какая набережная, смотрите, какое море, какое тут питание. Чтобы попасть к вам в Украину, нужны совершенно другие зарплаты, другие подъемные и так далее. Не секрет, что Мирон Маркевич хотел кого-то из тех игроков, с которыми он проработал много лет в «Металлисте». Фамилии секрета нету. Шевьера, Азеведа. Пол команды, там 3-4 человека. Да, Азеведа, кстати, наши селекционеры вели его тогда практически год. Не хватило... Откройте тайну, что же на чем сорвалось-то? Сорвалось, чуть быстрее подсветили селекционеры «Металлиста» тогда, потому что достаточно все равно бюрократическая система в Днепре по части селекции, пока те объяснят одному, второму, третьему, вот она вся эта лестница, она немножко, конечно, занимает определенное время. Дальше Шевьер. Шевьер, я общался с Красниковым, я знаю, как поставлена работа у них, он приглашал там гостя не раз, я был у него в его кабинете. Я знаю тут просто от него даже, что этот игрок продается. Там продается сейчас все, у каждого тоже есть свой, наверное, надо повесить бирочку на груди, сколько кто стоит, потому что там трудности реально с финансированием «Металлиста». И опять «Шахтер» там, по-моему, идет на 3 шага вперед всех. Да? Ну, «Шахтер», если бы он продал бы кого-то из вот этих бузящих футболистов, наверное, бы он тут же бы схватил бы Шевьера, потому что Шевьер сегодня представляет ценность такую. Да, ему 31 год, он уже опытный, он хорошо знаком с Маркевичем, наверное, бы он быстро бы влился в состав «Днепра», адаптированный к нашему чемпионату. Но он просто необходим на самом деле по позиции. Он необходим, да. Но опять же, 31 год. Заплати за него деньги «Металлисту». Раз. Второе. Когда человек подписывает, будем так говорить откровенно, последний контракт, потому что 31 год, в 34 уже свободно, иди в Бразилию, доигрывай. Уже, ну еще будет какой-то. Но реально это практически последний контракт. Безусловно, он просит такие деньги. Я слышал немножко цифру, но я не хочу даже ее озвучивать, но это нереальные деньги, это деньги, которые бы нарушили бы наш микроклимат в команде, которые сегодня, на самом деле, можно получить одно, а потерять другое, тут надо так все взвешивать. Ну вот на этом, пожалуй, и все, то, о чем мы успели рассказать вам в этом выпуске. Вчера в нашей стране мы все вместе отметили 23-ю годовщину независимости. В непростое, очень сложное время в этот день люди вышли, чтобы, несмотря на все обстоятельства, главный праздник нации все-таки провести с высоко поднятым настроением и продемонстрировать миру нашу силу духа и патриотизма. В Днепропетровске футбольные ультрас также приняли участие в массовых акциях горожан и своеобразным флешмобом с привычным для фанатам пиротехническими аксессуарами запалили на площади Героев Майдана самый большой в мире герб Украины. Пиротехнический яркий символ нашей с вами свободы. Ну и в завершении программы буквально по несколько слов в честь вот такого вот события 23 года независимости от наших экспертов для наших телезрителей. Безусловно, хочется, чтобы все было хорошо. И я думаю, все налаживается уже потихоньку, потому что мы видим, ну, опять же, мы же никуда не уйдем от футбольной темы. Мы видим, что уже вроде бы возобновлен рейс Вена-Днепропетровска. Это значит, что все-таки в недалеком будущем уже иностранные команды не смогут отказывать в своем визите на Днепр-арену. Да, там, не знаю, там, что там по домашнему матчу без зрителей. Но даст Бог, все будет хорошо, все будет нормально. И болельщики сумеют прийти на свой родной стадион, поддержать свой родной клуб в играх с самыми сильными соперниками, невзирая на то, что тут происходит. И я надеюсь, что все, что происходит тут за 200 километров, это все тоже скоро закончится. Ну, только хочу пожелать мирного неба над головой, потому что ничто не стоит тех слез матерей, жен, детей, которые теряют своих близких, теряют кровь. Только мирного неба над головой. Украина была, есть и будет свободной. Мира, добра вам и вашим близким. Берегите себя. Слава Украине! Держимся вместе! Вместе выстоим! Победа близко! Мы чуем ее издали! Твоему визави песня допета! Только Днепр, только победа! Держимся вместе! Вместе выстоим! Победа близко! Мы чуем ее издали! Твоему